В Шымкенте по улице Ташинова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Опеля Вектра» и пассажирской «Газели», совершающей междугородние перевозки Шымкент-Аксюкен. По словам очевидцев, обе автомашины двигались по Ташинова в сторону озера. Однако в какой-то момент водитель «Опеля» решил совершить разворот со второй линии, не уступив движение «Газели». Я переставился оттуда на это. Поворачивался и в этот момент. Не заметили «Газель» такой? Не заметил. В результате удара, к счастью, никто не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожно-патрульной полиции. Очередное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано по улице Саттарханова. Здесь в результате грубого нарушения правил дорожного движения, выезд на встречку, столкнулись две автомашины – «Опель Астра» и неизвестное авто. После столкновения водитель второй машины скрылся с места происшествия. «Опель Астра». Угу. Я оттуда ехал, он отсюда вышел. На встречу к вам? Да. Ага. Он туда хотел, но не смог сюда развернуть. То есть он, получается, с правой стороны вас обошел, да? Да. Оттуда ехал. На встречу ага. Встречу да? Вышел, туда он смог уже. К счастью, в данной аварии серьезно никто не пострадал. Автомашине также нанесен незначительный материальный ущерб. В обстоятельствах данной аварии разбираются сотрудники полиции. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Гагарина и Туасарова. Здесь водитель «Мерседеса» врезался в «Лексус» и попытался скрыться с места происшествия. Однако водитель «Лексуса» сел на хвост виновнику аварии. Спустя нескольких минут покатушек водитель «Мерседеса» все же удалось остановить. Горе-водитель въехал в деревья и застрял в ворыке. На место происшествия были вызваны сотрудники дорожно-патрульной полиции, которым и придется восстановить всю картину произошедшего.